Всем привет, друзья! В этом сезоне я буду снова пытаться вырастить гигантскую тыкву. И в этот раз у меня уже будут очень хорошие семена из очень крупных, огромных, я бы сказал, тыковок, которые я получил из Голландии. Вот, кстати, я положил это письмо. Это семена от моего знакомого с сайта. Кому интересно, вот я сейчас ближе покажу. Извините, я, может, неправильно читаю, я не силен в этом. Гигант Пупкинс НЛ называется сайт. Вот его назва на пакетике. Ну или Гигант Пампкинс. Или Пупкинс, как правильно, я не знаю. Там кто разбирается в этом, напишите в комментарии. Я прочту и буду знать, как правильно читается. В общем, этот человек занимается... Ну, зайдете на сайт и увидите, конечно, занимается выращиванием гигантских тыкв. Например, вот он мне прислал, вот эта тыква, кстати, сфоткана. Эта тыква выросла весом более 600 килограмм, 600 с гаком. 5 семечек, вон у меня они лежат, уже их замочил. Так вот, эта тыква была весом 600, чуть-чуть больше килограмм. И вот семена с нее буду я тоже пытаться вырастить большую, огромную тыкву. Также он мне прислал вот такую. Это была зеленая тыква. Она 500, более 500 килограмм выросла. Таких тыкв у меня две семечки. Кстати, одна уже и проклюнулась. Потом мне он прислал вот такую тыкву. Это так называемая хэллоуинская тыква. Это не гигант, а обычная, вот, которую используют для хэллоуина. Вырезают с нее глаза, рот и ставят туда свечку. Эта тыква была весом там около 100 килограмм, если не ошибаюсь. На фоне вы видите, я приближу, вот обычные тюрбаны, какого патиссон и какая тыква. Ну, для хэллоуинской тыквы это большой размер, 100 килограмм. Также он занимается и гигантскими помидорами. Пытается вырастить гигантский помидор. Вот он мне прислал по 5 семян, тоже сегодня их буду сеять. Посмотрите, вот такой помидор. Сорт пока я не называю. Это три разных сорта у меня тут есть. Вот он выслал. Один из них я уже выращивал. Ну, скажу, что один из них это большой зак. Ну, вот у него вырос плод весом 1 килограмм 860 грамм. Вот с этого плода семена я сегодня буду сеять. Это следующий был томат. Вот посмотрите, кепка. И надета на помидор. Ну, размером как голова. Кепка. Помидор как голова размером. Ну, большой. И, кстати, плод был около 3 килограмм. И вот еще один пакетик, по-моему. Ну, вот так, да. Он показывается. Тоже огромной, неправильной формы. Розового цвета помидор. Тоже буду его сажать, попробую выращивать. Все это с сайта Гигант Пупкинс НЛ. Кому интересно, заходите, у него можно купить эти семена, и он отправляет в разные страны. В Европу, в Америку, в Украину, ну, куда угодно. Доставка, кстати, если не ошибаюсь, около 7 евро. Семена стоят от 5 до 7 евро, там в зависимости от разного сорта. Так что вот эти семена я получил и буду пробовать вырастить гигантскую тыкву. Не знаю, получится ли у меня вырастить тыкву весом 600 или 500 килограмм. Ну, хотя бы килограмм 200 хотелось бы вырастить. В наших условиях, ну, самая рекордная, если я не ошибаюсь, была 150 килограмм. Ну и вот хочу показать ближе. Посмотрите, уже проклюнулась тыква. Та, что была зеленый плод. Эти еще не проклюнулись. Ну, вот эта семечка, не знаю, она, конечно, не сильно на вид, но вроде как живая. Ну, посмотрим, что взойдет. Куда я буду их сеять? Вот, посмотрите, у меня есть стаканчики. Это девятки стаканчики. Сюда я уже наполнил смесь. Здесь у нас перегной и обычная земля с огорода. Ну,
и, допустим, вот беру семечку одну и ложу ее просто в стаканчик. Вот так положил. И потом сверху засыпаю землей, поливаю и оставляю ждать, пока она взойдет. Всходы, ну, примерно должны появиться от 6 до 10 дней, в зависимости от температуры. У меня они сейчас будут стоять в комнате, в моем зимнем саду. Там включена батарея, там тепло, поэтому за дней 6-7 думаю, что всходы появятся. Как только появятся всходы, я, ну, если вам будет интересно, пишите в комментариях, покажу видео, сколько тык взошло и как они растут. Ну вот так, будем пытаться вырастить огромную тыкву, будем пытаться вместе с вами. Я буду стараться вам все снять, показать. Если вам это будет интересно, ставьте лайк под видео, пишите в комментариях, хотите ли вы видеть, как растет тыква, не хотите видеть. Ну, я могу вам показать, как я пересаживаю со стаканчика уже в открытый грунт. Возможно, если будет холодно, придется с девятки пересадить в стаканчик, например, в 15-й, побольше, чтобы она еще постояла где-то в теплице или в доме. Неизвестно, какая будет погода. Если все это вам будет интересно, пишите в комментарии, что вы хотите видеть. Или если есть какие-то вопросы, задавайте. Я буду отвечать под комментарием, либо же отвечу вам. Возможно, можем сделать какое-то видео, ответы на вопросы. Задавайте их. Буду с радостью вам отвечать. Ну, а на сегодня всем пока. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Обязательно поставьте лайк, это очень поможет моему каналу. Посмотрите на канале, пожалуйста, и другие видео. Каналу нужны просмотры, чтобы он развивался и приносил какой-то доход. У меня еще не подключена монетизация. Если она подключится, это будет хорошая поддержка. Надо будет и удобрения покупать, и какие-то препараты для от болезней, от вредителей. Монетизация на канале, это будет очень хорошо. И мне мотивация вам снимать разные видео. Поэтому, пожалуйста, посмотрите видео, которые вы не смотрели на моем канале. Их там очень много, обзоры томатов. Поэтому, кому интересно, пересмотрите. Ну а на сегодня пока. До следующего видео.